Однажды мужчина по имени Майк возился в сарайчике и услышал писк. Мужчина пошел на звук и нашел там целый выводок котят. Все котята были совсем маленькими, но внимание Майка привлекло одно из них. Оно походило на маленького инопланетянина, который не слишком умело притворяется котенком. Стоило Майку взять малыша на руки, он сразу же начал мурлыкать и крепче прижиматься к мужчине. Было такое ощущение, будто котенок ждал именно его. Он назвал котенка Лил Буб. С тех пор они стали неразлучными. Котенок оказался необычным у Лил Буб. Была врожденная карликовость, короткие кривые ножки, которые не позволяли ей быстро и ловко бегать. Кроме того, у Лил были кривые зубы и часто выпадал язык, что мешало ей нормально есть. Маленькое сердце и большое количество пальцев на лапках дополняли картину болезни малыша. Лил Буб была постоянным клиентом разных ветеринарных врачей, которые не уставали выписывать ее хозяину длинные счета. Неудивительно, что к Майку никто не стремился забрать особого котенка к себе. Но было в этом животном что-то такое, что заставляло не обращать внимания на все проблемы. Лил невероятно любящая, ласковая кошка. Она всегда была рядом с хозяином, а на ее мордашке была написана бесконечная любовь к нему. Однажды Майк выложил фото домашней любимицы в своей социальной сети. Почти сразу стало ясно, у Лил Буб будущей звезды. Необычная девочка сразу привлекла внимание людей. Комментаторы делали комплименты необыкновенной красоте Лил Буб и хвалили ее хозяина за смелость и чуткое сердце. Их даже приглашали на телевидение, но кошка была не в восторге от повышенного внимания. Поэтому Майк принял решение: Лил Буб будет радовать людей, но отдаленно, через Инстаграм. На личную страницу Лил Буб в Инстаграме уже подписалось почти 2,5 миллиона человек. Лил Буб вместе с Майком собирают большие суммы пожертвований на приюты для животных. Да и счастливая парочка уже давно ни в чем не нуждается. Любовь и добро не только спасли жизнь Лил Буб, но и помогли им с Майком найти источник безбедной жизни. Они все еще продолжают делать добрые дела и спасать тысячи бездомных животных. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и также подписывайтесь на канал, где вы найдете много разных невероятных историй спасения животных.